Что начинать? Спасибо тебе, мама. Давай. Потерять ключи от двери, а потом слоняться где-то. Я спешу тебе жизнь. Нет? Вот только все после этого. Молитва. Пожелание счастья в лучах настоящего любви. Я свяжу тебе жизнь из веселой меланжевой пряжи. Я свяжу тебе жизнь. Не все. Все, давай сначала. Давай кричать. Потом от души подойди. Дети, срочно! Дети, очень срочно! Приезжайте! Заболела мать! Святая должность в мире. Молиться за дарованных детей. И день, и ночь в невиданном эфире. Звучат молитвы наших матерей. Одна умолкнет, вторит ей другая. Ночь сменит день, и вновь наступит ночь. Одна мама... Перед окном склонилась помолиться. Моя родная, любящая мать. Спасибо. Спасибо тебе. Мамочка. Как тихо. Во дворе мог птицы. Да. И что это было? О, запутался. Все. Давайте вы отойдете. Уже уже посмотреть.